привела меня в хоккей, в этот прекрасный вид спорта. Я начала заниматься. Сначала было тяжело, если честно. Потом пришла в команду, в одну, в другую. Потом пришла в Русь, потом в Снежные Барсы. В них сейчас нахожусь. Это в сентябре, 25 сентября 2021 года меня принесла травма компрессионного перелома позвоночника. Полгода я вывалилась из тренировок, из всего, из турниров, из жизни, можно сказать. Было восстановление, было тяжело. И вот я наконец-то возвращаюсь в свою команду в феврале этого года. Я вернулась в строй, все стало хорошо, я стала играть, вернулась в жизнь. И вот сейчас я вот здесь. У меня сбылась моя мечта, я встретилась с Павлом Валерьевичем. В моем мире просто все перевернулось. Это так невероятно, то, что мечты могут сбываться. Мы с мамой наткнулись на эту программу «Хоккей России исполняет мечты». Мы написали письмо, оно оказывается счастливым, и вот мы приезжаем сюда. Во время эфира вдруг говорят, приглашаем в нашу студию Павла Досука. Лиз, ты знаешь, что мечты должны обязательно сбываться, исполняться. У всех и всегда. И поэтому именно сегодня, специально для тебя, здесь и сейчас, Павел Валерьевич Дацук. Эпизод, ради которого, мне кажется... Здравствуйте. Все хорошо? Да. Он заходит в студию, обнимает меня. У меня просто нет слов. Он рассказал столько всего интересного. Это поможет мне в будущей карьере. Его совет, конечно, будет полезен. Извини за такой сюрприз, мы не хотели тебя напугать, главное, хотели тебя порадовать, чтобы ты это запомнил навсегда. Ну и чтобы ты достигала, ставила перед собой цели, всегда ставила их, достигала их и радовала всех окружающих, всех, и почаще улыбалась. Сборной России я пожелаю, конечно же, много голов, много передач, голов, очков, и только победы. Спасибо, Хоккей России исполнил мою мечту.